центральной библиотеке прошло окружное тестирование по избирательному праву. Участие приняли 24 губкинса. За 45 минут нужно было ответить на 30 вопросов, и многим они оказались по плечу. В последнее время я стараюсь участвовать во всех таких мероприятиях, потому что интересно проверить свои знания, особенно что касается тех сторон юридического права, которые касаются меня лично. Избирательное право, там другие сферы юриспруденции. Вот вопросы были для меня не очень сложные, потому что часто хожу на выборы. Практически всегда. Решил я принять участие в этом тестировании, потому что считаю, что современная молодежь должна развиваться во всех направлениях. Я являюсь тоже молодежью, поэтому, собственно, для общего развития решил принять участие в данном тестировании. Вопросов всего было 30, они были посвящены вопросам по избирательному праву. В целом вопросы какие-то не могу выделить как суперсложные, суперлегкие, то есть все были на хорошем уровне, то есть поэтому в целом тестирование очень понравилось. Максимально возможный балл, который можно было получить за прохождение окружного тестирования – 45. Все результаты участников будут известны в мае.